Друзья, случайно отключила телефон. Продолжу все-таки рассказывать я. Значит, отварили мы портулак. И сейчас ему нужно вот здесь стечь и чуть-чуть, как бы, чтобы ушла жидкость, обязательно через дуршлачок, чтобы он был более сухой, потому что лаваш не увлажнился, чтобы вот он пусть постоит минут 5-7. За это время мы с вами должны подготовить следующие ингредиенты. Так, сыр натерли на терочку, так. Измельчим сейчас помидоры, очистим, яички нарежем и смажем майонезом или сметанкой лаваш. Вот это мы все проделаем, пока наш портулак будет остывать и как бы уходить лишняя жидкость с него. Так, портулак мы слегка отжали после того, как стекла водичка, еще отжали жидкость лишнюю. Сейчас мы все эти ингредиенты будем выкладывать на лавашек, смазанный майонезом или сметаной, как вам лучше. Значит, я начну с яичка. Значит, я еще, знаете, решила добавить лук зеленый. Так как лаваш у нас будет не один, мы распределим. В общем-то, как-то так, чтобы хватило нам не на одну порцию лаваша. Так, теперь мы добавим лучок немножечко. Я взяла 4 стебелечка лука, потому что чтобы не было горечи лишней. Добавим портулак наш отваренный. Тоже часть. Так. И добавим сейчас помидоры. Измельченные, как бы достаточно измельченные. У меня крупно, конечно, нарезанные. Кстати, тоже дала немножечко соку. Я стечь, чтобы сока было немного совсем. Так, все, иначе будет слишком сочно. И теперь мы все это посыпаем сыром. Все посыпаем сыром. Сейчас мы завернем лавашек наш и нарежем на порции. Ну, вот так примерно это выглядит. Мы еще сделаем один лист лаваша, и будет у нас вот такое угощение. Так, лаваш мы свернули, но так не сильно плотно, и дадим ему сейчас пропитаться буквально, ну, 3-4 минутки. Пока за это время сделаем следующий, затем мы нарежем на порции его. Подготовили вторую порцию лаваша. Соли я не добавляю, потому что сыр достаточно соленый, и майонез. Вот мы как бы вообще мало очень соли используем, поэтому я не добавляю. Вот сейчас вторую порцию сделаем лавашика и будем пробовать. Так, нарежем сейчас вот такими где-то, наверное, порционными кусочками и будем угощаться. Ну, вот так выглядят, друзья, два наших блюда с использованием портулака. Это у нас лаваш с помидорчиками, с сыром, с лучком, с отваренным портулаком. Кстати, можете попробовать и свежий, но только, наверное, его нужно будет как-то измельчить и не брать очень толстые стебельки тогда. Вот, а здесь у нас омлет. Очень попробовала как бы понемножечку каждого уже блюда. Мне понравилось, приятный такой вкус. Не совсем привычный для нас, но очень приятный. Всем желаю приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Всем всего доброго.